Как выяснили сотрудники полиции, днем к дому женщины, работавшей в огороде, приехали на машине неизвестные мужчины и поинтересовались, не продает ли она металлолом. После их отъезда потерпевшая обнаружила пропажу денег из кошелька. Когда я вошла, все это вытряхнуто и все лежало посреди стола. И лежу, паспорт лежит, пакетика, где деньги были. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности мужчин, передвигавшихся на машине, и их местонахождение. Они были доставлены в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Один из них, житель Рославля, 1968 года рождения, задержан по подозрению в совершении хищения денежных средств у потерпевшей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Часть похищенных денег изъята. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, лишение свободы на срок до 7 лет.